Mercedes CLS, просто на народе CLS банан. К штатному головному устройству подключена система, которая позволяет использовать несколько приложений одновременно. Справа сейчас YouTube, слева Яндекс Навигатор. Звук идет в штатную акустическую систему стерео. Регулируется точно так же, как и раньше регулировалась штатная мультимедийная система. При этом, обратите внимание, все оригинальное осталось в первозданном виде. В любой момент можно нажать кнопку Back и перейти в штатную систему. Что-то там изменить, настроить и опять вернуться в мир современной мультимедийной системы. Потому что там гораздо интереснее. При включении задней передачи появится информация со штатной системы парковки. Если нету штатной, то мы поставим камеру заднего вида без проблем. Появилось в автомобиле сенсорное управление, которое позволяет управлять новой системой так, как вы привыкли на смартфонах. В любой момент можно любое приложение развернуть на весь экран. Пускай это будет Яндекс Навигатор, где есть полноценное мультитач сенсорное и голосовое управление. Если нужны какие-то дополнительные приложения, то просто заходите в Play Market, скачивайте, загружаете на рабочий стол и пользуйтесь ими так, как привыкли на смартфоне. Также в этот автомобиль мы уже закачали онлайн-телевидение. Все каналы со всего мира к вашим услугам, пожалуйста. Так что не стесняйтесь, обращайтесь, и вашему автомобилю будет то же самое или даже что-нибудь поинтереснее.